Ну а главным событием фестиваля, которым город прощается с летом, конечно же, станет выставка объемных композиций из растений и цветов. Экспозиция по традиции развернется на площади Азатлык. Гостей здесь будут рады видеть 30 и 31 августа. Тема конкурсной части фестиваля в этом году звучит как «Сады и парки мира». По задумке организаторов, посетители тут же смогут увидеть прекрасные уголки Японии, Италии, Англии, Франции и даже Мавритании. Частью каждой композиции станет узнаваемое архитектурное сооружение выбранной страны, государственный флаг, национальный костюм или герой. На данный момент подано уже 15 заявок на участие, и они продолжают поступать. Выразили свое желание принять участие в конкурсе объемных композиций нового предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса. К подготовке проектов и реализации идей, кроме профессиональных художников, дизайнеров, привлечены студенты-дизайнеры городских вузов.